Такс. 22:00. А это значит только одно, мои хорошие. Это значит, что прямо сейчас начнется стрим по игре Assassin's Creed 2. А спонсором этого стрима является... спонсором этого стрима является... мой Инстаграм! Нет спонсора этого стрима, поэтому является мой Инстаграм hard.inst. Обязательно подписывайся и следи за моей жизнью, будет очень приятно. Скоро поеду, сейчас скажу куда. Так что оттуда фоточки обязательно привезу. Значится, всем здрасте, господа, дамы, мое почтение. Всем, кто меня смотрит, всем, кто это будет смотреть в повторе. Короткий экскурс. Короткий экскурс для тех, кто не знает, не видел, не слышал, не помнит или еще что-то. Совсем недавно, ну как, относительно недавно, мы проходили игру Assassin's Creed 1. А по чесноку, понятия не имею, нахрена я начал проходить, потому что далек всегда был от этого мира Ассасина, и как-то можно поиграть, потом что-то как-то, ладно, давайте. Но когда я окунулся в этот мир этой игры, я немного охренел. Охренел, потому что это целый мир, курлык, он засасывает прям конкретно. И, как я вам обещал, будет Assassin's Creed 2, обязательно в моем исполнении. Спасибо, ребят, одну секунду. Сейчас, подождите, ребят, пока что донаты. Сейчас, одну секунду, я отключу, сейчас. Вот, и сейчас отвечу, ребят, на все вопросы. Вот, и значится... К чему я все это веду? Веду это к тому, что сегодня у нас дошли наши ручонки до этой замечательной игры. Я скачал, русификатор поставил, не играть не играл, просто, как всегда, немножечко там с графикой поковырялся со всем остальным. Так что как-то так. Комментариев было море. Комментариев было миллион. Леха, только первые три части — это топ, остальное — это копирка. Дикий хейт в сторону последующих частей после третьей. Но не будем торопить события, потому что пока что мы до них не дошли. Для меня первая часть, знаете, я думал, что это будет такое рубилово в стиле... А, там зашел, знаешь, там налево-направо, а вот хрен. А вот хрен, друзья мои. Это было совсем не так. Это было мега интересно. Это был сценарий, сюжет. И с большим удовольствием пройду вторую часть. Вторая часть, кстати, занимает 15 часов, насколько мне ребята говорили. Право-неправо мы сейчас об этом уже узнаем. По идее, если 15 часов она занимает, значит, будет у нас всего-навсего по этой игре где-то в районе 5 стримов по 3 часа. И с радостью, в общем-то, я их приведу. Что я жду от второй части? Я жду, как всегда, сюжета. Я не жду графики, потому что все-таки игра старая. Я жду чего-то очень интересного. Не знаю, даст ли мне эта вторая часть. Посмотрим. Как всегда, подведу итог. По поводу... люди писали, спрашивали. Я должен ответить на этот комментарий, потому что читаю комментарии под Ютубом. Ты, кстати, тоже не забудь отписаться под каждую серию. Можно один-два комментария. Очень поддерживаешь меня, потому что это дополнительная активность на канале. И Ютуб это очень любит и продвигает такие видео. Вы мне писали, будешь ли ты играть в новую. В новую, в Вальхаллу. Я вам давно сказал да. Потому что это топчик. Я так думаю, что, может быть, мы даже с вами, знаете, как пройдем этого Ассасина и потом перейдем к новому Ассасину сразу, потом опять вернемся к третьей части. То есть как-то вот так. По идее, ключ мне должны дать от нового Ассасина, который выйдет. Я, по крайней мере, на это очень надеюсь. Ну, если нет, то, как всегда, закажем, предзакажем. В общем-то, нет ничего такого. Итак, друзья мои, пристегивайте ваши ремни. Сегодня вы находитесь на корабле канала Hard Games. Не забывайте подписываться на основной канал Hard Play и на мой инстаграм hard.inst. Чтобы не пропускать все стримы, стримлю я каждый день. Есть замечательный телеграм-канал Hard Insight. Два слова. Отдельно, раздельно пишутся по-английски. Все. Всем добро пожаловать на стрим. И переходим. Как всегда, ребята, чатик я...
закрою. Сейчас обязательно отвечу на вопрос. Чатик я пока что закрою. Да что ж сегодня там курлыки-то такие. Прям вот сегодня все скины, я так чувствую, распродам на платформе. Вот. Все, запускаю игру. И всем приятного просмотра. Такс, надо найти его. Вот, нашел. Сейчас я экран сразу поправлю, подредактирую. Повторюсь, ничего не делал, кроме графики. Графику выставил аж на 4К, по-моему, если я не ошибаюсь. Спасибо всем, кстати, ребят, за платные подписки. Как всегда, на таких стримах чатик я сделал для спонсоров. Спонсорка от 25 рублей. Писать может уже от 25 человек. 25, естественно, в месяц. Вот, так что спасибо всем, кто подписывается. Просто, чтобы там спойлеров не было и всего остального. Так, сейчас я с экраном, ребят, сразу посмотрю, все ли у вас хорошо захватывается. Игрушечка старая, но, надеюсь, сейчас мы разберемся. Спасибо огромное, Тёмыч. Так, сексуализацию убираем. А, у вас даже практически она захватывается идеально. По первой части, кстати, мне даже не помешало на самом деле... Не помешало то, что там были какие-то баги или еще что-то. Вообще абсолютно плевать. Потому что прям первая часть была для меня топчиком. Все, поправил экран. Ну что ж, погружаемся в Assassin's Creed 2. Надеюсь очень то, что игра запустится без всяких косяков. Быстренько захожу в настройки. Как всегда для ребят, которые слабослышащих, я включаю субтитры. Язык диалогов русский, управление все вроде, разберемся по ходу движения, все на максимум. Все, полетели. Наверное, так. Звук от игры вы не слышите? Звук игры. Одну секунду. А если вот так? Посмотрите, пожалуйста. По моим жилам. И все благодаря этой машине. Сейчас хорошо? Они используют меня, чтобы найти какую-то вещь. Все? Они называют ее яблоком. Это некий артефакт, одна из многих частиц Эдема. Эти артефакты позволяют тамплиерам удерживать власть. Попадет в руки тамплиеров, это изменит весь мир. Андрюх, ответь чуть-чуть. Они хотят поработить всех нас. Когда они привели меня сюда, я боялся сопротивляться. Но теперь меня страшит то, что случится, если никто не будет им противостоять. Правда, я не могу бороться с ними в одиночку. Может, это и не нужно. Я встретил одну девушку, Люси. Чуть-чуть потише. Давайте еще немножечко потише сделаю. Один раз настроим. Пожалуйста. Без вопросов, ребят. Кажется, она на моей стороне. Сейчас ее нет. Ее увел этот гад, Уоррен Видик, и его хозяева-тамплиеры. Я не знаю, что с ней станет. И что станет со мной, я знаю только одно. Мне необходимо выбраться отсюда. И как можно быстрее. Меня зовут Дезмонд Майлз. Вот моя история. Блин, я прям как в первую часть погрузился сразу. Сходу. Сейчас я чатик открою, чтобы получше вас видеть. Ух! Погнали! Так, графони в этой пора. Части пободрее. Люси, где ты была? Почему пошли. Они... Пошли. Чуть-чуть. Так. Чуть-чуть чувствуется был, да, прогресс по графике? Примерно масса как Откуда первый. Кровь? Ты ранена? Слушай, у нас всего минут 10, пока они не поняли, что случилось. Если мы не успеем убраться отсюда... Мы уезжаем? Дезмонд, я отвечу на все твои вопросы. Позже. А сейчас просто замолчи и делай, что тебе говорят. И залезай, наконец, в анимус. Ладно. Торопись, Дезмонд. Время... Окей.
Окей, окей, окей. 2009, по-моему, года игра, если я не ошибаюсь. По-моему. Могу ошибаться. Графика немного заметно такая стала. Пободрее чуть-чуть. Любовь моя, ми диспьячо. Я был в банке. За мной послали. Я не опоздал? Дай его мне. Джованни. Шш, любовь моя, все будет хорошо. Джованни. Tu sei un auditore. Sei un combattente. Ты аудитор, ты воин. Комбатти. Чего нажать? А, вот. Пошло. Это Якста. Эть. Чего нажать-то? Ентер, что нажать? Эть. Нет, это руки. Погоди, надо управление смотреть. Что нажать-то, работяги? Строить управление. Эть. Ноги, кнопка 3. Стоп, а почему у меня такое управление стоит, а не через клавиатуру? А, ну-ка. Во! Это что ж такое? Это какие-то значки какие-то. Непонятно. Рука. Shift. Рука без оружия. Shift. Так. Совершить движение рукой со сжатым кулаком. Спасибо огромное. Ух ты, надо опять смотреть. Здорово. Спасибо. Кнопка 0. Стоп, а как вообще переключиться на... А, во! Во! Оно! Наверное. Стоп, где обычные... Нам 8. Где обычная дефолтная раскладка? ЛКМ вроде. Во. Бля, что это за... Это же... Это какое-то прям геморройще. Голова. У. А, это типа действие. Видите? Все, пошло. Послушайте. Вот это глотка у парня. И как мы назовем его любимый? Я привыкну. Эцио. Эцио аудиторе де Ференце. Я игру прошел. Вставай, идем. Минутку. У нас нет времени, Дезмонд. Надо идти. Окей. Иду, 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 мать. Так, это. Что, нас совсем сваливаем, да? Как бегать? Похоже, у Абстерга какие-то чокнутые дизайнеры. Тихо. За мной. Эй, вам нельзя заходить сюда. Откройте дверь! Вызываю подкрепление. В лабораторию проникли посторонние. Повторяю, в лабораторию проникли посторонние. Сюда! Я, короче... Всем свободным от дежурства прибыть на помощь. Я, короче, буду пешком ходить, как стены. Мило.
Я буду пешком ходить. Протирать их, наверное, замок. Вот как... они! Не дай ему уйти! Александр Невский, ёпка. Ни хера себе. Чёрт! А, во! Уходим, скорее! ПКМ. Поехали. Ты только посмотри на это. Я хотел к Александру Невски ходить. Эпично. Ходьба, блядь! А как же камеры? Я включила старую запись. А как, по-твоему, мне удалось скрыть от всех твои ночные прогулки? У тебя талант. Да, все так говорят. За нами погоня. Нужно торопиться. Да-да-да. Что ты делал в этой игре? Я пафосно передвигался. Осторожно. Побежали. Бегать. Нам нужен лифт на той стороне комнаты. Делай, как я. Не привлекай внимания. Лучше не лезть в драку. О, не привлекать внимания — это мое. Это я умею. Мать, я с тобой. Это что, анимус? Хера себе, анимус. Стой. Что за... И сколько их тут? What the fuck, motherfuck? Стой. Стою. Это анимусы или анимы? Ты как думаешь, Люси? Это анима. Люси, зачем им столько? Дезмонд, заткнись, мать твою. Пожалуйста. Стелс — это мое второе имя, ребят. Черт, я думала, что карточка подойдет. Похоже, это другая система, а кода у меня нет. Стой. В смысле? Черт. Давай же. Как ты это сделал? Я спрашиваю. Не знаю. Идем. Одно так другое. Кто был там в анимусе? Объект 16? Спасибо. Эцио, Ауди... Ауди кто-то? Мы ошиблись. Поэтому надо выбираться. Опасность исходит не от Видика и тамплиеров. О чем ты? Расскажу, когда приедем. Куда? О-о-о! Пошло добро. Давай, мать. Смотри, опа! Ай! Не надо! Не надо! Не надо. А чё началось-то? Опа! Пошло! ММА! Бля, как уворачиваться? Ай, ай, бля. Опа! Микс файт, ёпта! Легчайше! Смотри! Смотри! Ай, бля! Да за шо? Чё за гопота-то? Сука. Да хорош! Ну а там бей своих, чтоб чужие боялись. Правильно. Тихо. Легчайше. Дядь Поч! Дядь Печь! Нормально, нормально. Давай. Хорошо, одного вырубили. Легко. Эх, мой тренер бы... Мой ной будет гордиться. Хорошо. Нормально. Легко. Ой-ой, тише. Чуть ее на прогиб не взял, прикинь. Залезай. Шутишь? Для твоего же блага. Просто почти взял. Прибыли. Фаталити. А почему я в багажнике? Там машина пустая была. За шо? ББПЕ. Суждаю. Спасибо, ребят. Спасибо всем за спонсорки. От души. Добро пожаловать в чат. Спасибо. Это было классно. Ездить в багажнике, биться обо все углы. Сюда. Я в восторге. Хорош так, плакать, ты объяснишь разные. Мне, что происходит? Мы спасли тебя не просто так, Дезмонд. Ясно. Нам нужна помощь. Для чего? Искать очередные сокровища? Абстерго заменит яблоко Эдема. Карта, которую ты нашел, тому подтверждение. А ассасины... Они сделают все, что в их силах, но... Что? Да ладно. Мы терпим поражение, Дезмонд. Тамплиеры слишком сильны. Каждый день мы теряем кого-то из наших. Все равно не понимаю, при чем тут я. Мы обучим тебя. Ты станешь одним из нас. Ты же...
видела меня в деле. Я ничего не умею. На это уйдут месяцы, нет, годы. Нет, ты забыл про анимус и эффект просачивания. Но я же простой парень. Иногда большего и не нужно. Так вот почему вы нашли моего предка. Как там его зовут? Эцио? Если ты пойдешь по его следам, то научишься всему, что умел он. За несколько дней ты приобретешь многолетний опыт. Ты вытащила меня из Абстерга просто для того, чтобы сделать из меня ассасина? Дело не только в этом, но сейчас у нас нет времени на разговоры. Просто верь мне. Ладно, уговорили. Что именно вам нужно? Правда? Ты уверен? Ты же радоваться должна, разве нет? Извини, просто я немного удивлена. Я всю дорогу думала, как мне тебя убедить? Забудь. Есть один способ. Я горю желанием посчитаться с этими ублюдками из Абстерга. Ну, не такой, спасибо. Но что-то такое было в моих фантазиях. Люси, у тебя получилось. О, какими судьбами! Боже, ведь 7 лет прошло невероятно. Да уж, добро пожаловать. А, так это и есть наш знаменитый объект 17. Дезмонд Майлз, верно? Кто вы? Где же мои манеры? Прошу прощения, я Шон Гастингс, а это Ребекка Крейн. Рада знакомству, Дезмонд. Что ж, мы отлично поболтали, а теперь, Дезмонд, давай перейдем к делу. Время дорого, а сейчас и подавно. Люси, у нас уже все готово. Только скажи, и мы начнем. Вот, это тебе. Сувенир из Абстерго. О, блок памяти! Невероятно! С их данными дело пойдет гораздо быстрее. Я сейчас же займусь кодом. Графони, да, примерно тот же самый, а лица же поживее такие, да, стали? Такие чук-чук-чук-чук. Прям добавились вот эти эмоции, что ли. Так, я так понимаю, мне надо здесь повтыкать, наверное, да, походить? Зачем нужны все эти штуки? Эти штуки, Дезмонд, сущая ерунда. Просто железки, на которых держится вся наша операция, знаешь ли. Поддерживать все в рабочем состоянии не так уж просто, так что извини, ознакомительного тура не будет. Шон заведует нашими архивами. Это что-то вроде цифровой библиотеки. Пока ты будешь в анимусе, он подстрахует меня тут. Если заметишь что-нибудь интересное, людей, места, события и так далее, сообщай нам, и Шон даст тебе справку из базы данных. Угу. Да, но я занимаюсь не только базами. Еще я предоставляю тактическую информацию другим ассасинам. Знаешь, тем, которые делом занимаются. Рискуют жизнью и все такое. Так, ну здесь, короче, здесь целый штаб, я не знаю, база, мне сложно даже это назвать. Лаборатория, хз, типа. Эй, Дезмонд, как дела? Я все думаю, что ты здесь делаешь? Забочусь о малышке. Поддерживаю ее в рабочем состоянии. Малышка? Ты об анимусе? Я предпочитаю называть ее анимус 2.0, так как малышка в два раза лучше любой машины Абстерга. Может, у тамплиеров денег побольше, чем у нас, но зато у них никаких амбиций, никакой страсти. Мои устройства гораздо лучше, чем изобретение тамплиеров. И к тому же быстрее. Ладно, как будешь готов, садись, и мы начнем. Мне нужно еще кое-что поправить. Это прям кресло этого из Матрицы, знаешь, такое. Не хватает только шнура сзади. Давай, слушай, я хотел поблагодарить тебя и извиниться. Извиниться? За то, что произошло в Абстерго. Это было просто... Я был не готов. Все нормально. Нет, я столько испытал. Узнал, что тамплиеры еще существуют, об их планах. Что сделано, то сделано. Сейчас ты здесь, остальное не имеет значения. Базару ноль. Так, ну тогда не будем тянуть корову за вымя. И немного давайте погружаться. Затестим. Извините. Так как это работает? Конечно. Глубокий вдох. Что, малыш, больно было? Шон! Ну? Че за тролль машина? Вот так. Почему постоянно в меня что-то вставляют? Несправедливо. Хотя мне это даже нравится.
Флорентийская республика, 1476 год. Блин, обалденно сделано. Для тех лет это... Сейчас кто-то клепанет, сейчас банчик сразу. Для тех лет, друзья, это... Я начинаю жалеть, что тогда я в Ассасина не играл. Знаете, так потихоньку. Начинаю жалеть, что этот мир, он... Insieme per la vittoria! Вместе мы победим! Вместе! Тише, друзья мои! Тише! Спасибо. Знаете, что привело нас сюда? Честь. Вьери Паци оклеветал мою семью и свалил на нас вину за свои преступления. Если... Что ты мелешь, Грулло? Опа, назабив! Пошло! Добрый вечер, Вьери. Пошло, смотри. Мы как раз говорим о тебе. Фиксируйте. Не ожидал увидеть тебя здесь. Обычно Паци действуют чужими руками. Не, но это лайк стопроцентный. Это твоя родня зовет стражу, попав в беду. Это древний забив. Боишься сам взяться за дело, трус. А твоей сестре понравилось, как я тогда за нее взялся? Опа, пошло. Убейте его! Как это по-мужски камнями кидаться, прям... Я чувствую прям... Все, пошло! Сразитесь с людьми. Легчайше! Поехали! Дай мне двоих сразу! О, сука! Куда лезем? Давай! Тушим! Своих, чужих, всех подряд просто! Щеми их! Не ощущаю просто. Легко просто в нулину забрали всех. Кто там еще? Лысый, куда лезем, родной? Куда мы лезем? Против мастера джедая. Эй, обернись. Федерико, что ты здесь делаешь? Хотел узнать, научился ли мой братишка драться. А, Иви? Стиль у тебя есть, но здесь главное выносливость. Посмотрим, скольких ты сумеешь одолеть. Да я уже всех раскидал. Изи. Ох, ёпты! Нормально! Давай, поехали! Ой, блядь! Ой-ой-ой! Да за шо? Туши его! Проход в ноги! Один прогиб! А, контратака! Все, я понял, принял. Хорошо! Пошло добро. Просто до свидос. Следующий. Лысый, опять ты. Ничему тебя жизнь не учит, а? Ля, тварь, камнями кидает. Хорош, ты чё? Бейся как мужик, ты чё, ребят? До свидания. Поехали. Открывается еще. Смотри, он прям... Бан. Поехали. Блин, контратак хотел сделать, пропустил по щам. Назад! Кому-то я позвоночник вырвал. Стой! Мы же почти победили! Твоя губа. Нормально. Просто царапина. Это решит доктор. Это ни к чему. Кроме того, мне нечем заплатить доктору. Все спустил на вино и женщин, а? Не спустил, а потратил с пользой. Дашь мне в долг? Или ты тоже все спустил? Обыщи. В их карманах что-нибудь да найдется. Не спустил? Потратил с пользой. Добрее. Так, обыскать.
Удачи, конечно, брат. Удачи. Ну ты же знаешь, куда ты идешь, правильно? Это же, ну, логично. А как обобрать? Так, рука. Еще раз напомните мне, что такое рука. Рука это shift, да, по-моему, да? Я даже вот так вот сделаю. Или control, или пробел. Обобрать. Нет, надо смотреть управление. Сейчас разберемся. Так, рука, 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 рука. Настройки. Управление. Shift. Подождите, я все правильно нажал? А почему? А, зажать shift. Все. Опа! Плюс бабло. А че, моя билка есть? Нет? А если найду? Тут добра вообще просто, мама, не горюй. Сейчас, сейчас, ребята, я привыкну к управлению. Буду просто как семечки щелкать. Надо посмотреть, как другую цель выбирать. Я маленько не понял, как это делается. Как переключать с цели на цель. Сейчас я разберусь. А че денег так мало, работяги? Вы из моей мани, Лебовски. О. 25, да, был самый этот, самый дорогой цепочек. Самый богатый, не дорогой, самый богатый. Слушай, ну так вот с миру по нитке, по карманам пошастали 200... Вот, достаточно, уходим, пока 109. Не явили стражники. Ой, достаточно, подожди, тормозит еще. О, плюс сатынчик, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, какой достаточно, родной. Тут основное бабло потекло рекой. Ток-ток-ток-ток-ток, богохульник. Я просто спрашиваю, как дела. Интересуюсь здоровьем людей. Богохульник. Еще не знаю. Так. Поговорить. Торопись. Чем раньше мы закончим с доктором, тем скорее ляжем спать. О, окей. Окей. Идите за Федерико к врачу. Погнали. Блин, и губу-то обидно разбили камнем, просто взяли. Это даже. Что с ним? Что он не может ходить, не понимать? Пошло добро. Опа. Бентровато, доктор. Ручки-то помнят. Фрателли аудиторе. Неудивительно. Вы скверно выглядите, юноша. Ничего, пустяки. Кто знает, спасите почему эти маски его были. Смазливые личико — это все, что у него есть. А фото ты. Ребят, не забывайте подписываться на канал, ставьте лайк. Готово? А теперь выметайтесь. Грация. Так, сюда. Подлатали, ХП прибавилось, кстати. Ну и ночка. Вот если бы все остальные были такими же. А, стой. Ведь так и есть. Нам пора домой. Отец, должно быть, пытается понять, куда мы пропали. Да. Не хочу получить от него нагоняй. Может, на перегонки? Куда? На крышу вон той церкви. Обгоните Федерико. Ну, давай попробуем. Сейчас на счет три. Затуп будет. Уно. Тес. Дуэ. Кватро. Тре. А, тре. А как? Тебе еще учиться и учиться. Тормози! Нечестно. Ля, жука. Вперед, черепаха. Да подожди. Да ёптя. Ну-ка. А ну, жулик, стой. Да подожди. Я тут только к кнопкам привыкаю. Ой, бля. Не туда нажал. Так, ладно, ладно. Сейчас. Тут один неверный шаг, как в паркуре, и улетаешь в помойку. Да ты, он быстрее начинает. Еще учиться и учиться. Сюда идем. Вперед, черепаха. Сам.
Да в смысле? Почему? Ну, давай, родной. Почему я-то так не умею? Батюшки. Подожди, я вроде так же все нажимал. Эта миссия всегда была жесткой. Но реально она сложная, причем тебе в самом начале. Учиться и учиться. Вот, я все вроде правильно начинаю. Опа. Вперед, черепаха! Давай, 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 давай. О! Ха! Легчайше. Не ощущаю вообще. Память-то у меня есть. А! Ну давай, сюда. Куда ты? Увидишь. Изи. Обидно, наверное. Ого. Я очень надеюсь, что прыжок веры в этой части у меня не будет тупить. Очень на это Наша надеюсь. Жизнь прекрасна, брат. Великолепно. Не баг? Вот отлично. Бы она не менялась. И никогда не меняла нас. Красиво сказано. Ubisoft представляет. Я только начал играть, она мне уже нравится, черт побери. Она мне уже нравится. Ладно, хватит. Нам в самом деле пора домой. Идем. Стой. Что? Эцио, дай Кристине поспать. Она сможет выспаться потом. А. Нанесите неожиданный визит прекрасной Кристине Веспуччи. О, май. Кристина Веспуччи, говоришь? Господи, спаси и сохрани, а. Нажмите, чтобы синхронизироваться. Так. Привыкаю, привыкаю к управлению. Шуричанский принято. Спасибо. Чтобы бежать на пробел, нажмите и удерживайте. Ай, ну давай. Господи, пожалуйста. Кац, это в Ере. Нужно спрятаться. Минус баги. Ищите. Он не мог далеко уйти. Кто, 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 кто? А кто, а кто, а кто? Ничего у вас, ребята, не получится. Так. Какие-то новые значки открываются. Точки обзора. Точки обзора. Я бы на самом деле сразу же открыл бы карту. По чесноку вам говорю. Так, мне надо понять, где я. Я, наверное, это вот, вот это, да? А давайте-ка мы сразу же откроем точки, чтобы, ну, хоть понимать немножко по карте. Давайте. Заодно полазим, вообще посмотрим, что здесь, как здесь. Слушайте, это другая немного игра. Это немного игра другая. И физика вообще все, ну здесь все прям другое. Такая она, ну поинтереснее такая, подинамичнее что ли, я даже не знаю. Ну год, года, года, конечно, берут свое, ребят. Слушай, он здесь лазит так, как этот, как павук. Я не знаю, как, ребят, буду... на скорость не буду проходить игру, просто из уважения к игрушке этой. То есть постараюсь максимально так. Как бы вот я проходил вне стрима, вот так вот скажу. Считайте, что я обычный игрок. Ну а с вас, как обычно, палец вверх прожмите. Я думаю, эти стримы наберут рекордное количество лайков, потому что это же легендарная серия игр. Так, открыли карту, что нам это дает? Дает нам это, в принципе... Почему-то очень малый обзор, на самом деле, дает это. Это очень странно. Окей, ладно, пойдемте по основному квесту. Осток сена здесь. А, он до туда допрыгнет? Да. Где? Так, поехали.
блин, мне очень нравится вообще пока что все. Пока что вроде даже не туплю. А вот здесь можно? А ну-ка. Пожертвование можно оставлять у входа в монастырь. Пожертвование можно по первой ссылочке в донате делать. А, прошу прощения. Так, господа, я вас маленько потревожу. Внимание! В связи с небольшой вспышкой шумы кардинал не сможет служить мессу на будущей неделе. Кристина! Кристина! Кто здесь? Я! Эцио! Я так и знала. Можно войти? Ладно, но только на минутку. Больше мне не нужно. Это очень точно. Двусмысленно. Я не то хотел сказать. Вот на минутку, кстати, это уже немного обидно. Иди сюда. О, Эцио. Так, я прошу прощения, друзья. YouTube это, боюсь, не одобрит. Я на секундочку, хорошо? А то я боюсь того, что можно это немного отлететь. Это все-таки YouTube. На самом деле все, там нет ничего такого. А, все, ничего нет. Сейчас я вам назад верну. Ничего там не было. Прошу прощения, ребята, а то будет как с Ведьмаком. Заблокирует стрим, потом не сможем посмотреть. Ничего там такого не было. Молодцы разработчики. Кристина! Там просто спиной она стоит. Кристина! Свелья! Скоро придет твой учитель? Ну же, дочка, это совсем не страшно. Фио Дункане! Что это? Пердоната, месери! Кьеду Веня! Я убью тебя! Ну что вы, в этом нет необходимости. Стража! Стража! Волю ласу атеста! Ой-ой-ой, да за что? Не надо применять силу. Отвечаю, брат, не надо. Ух, нихера ты, что умеешь. Кому стыдно должно быть? Вы меня с кем-то путаете. Абсолютно верно. Вы ей меня... нужна была чья-то помощь. Я просто помог даме. Я был обязан помочь ей. Просто помочь. Мужики, вас реально ничему до жизни не учат. Как вам не стыдно? Очень стыдно, очень. Но извините, Кристина как бы была слишком красива. Доброе утро, отец. Пойдем со мной. Что-то случилось? Думаешь, я слепой и глухой? Я знаю о твоей вчерашней стычке с Вьерипацци. И о визите к Кристине тоже. Ничего, вранье. Твое поведение недопустимо. Ты такой же, каким был я в твоем возрасте. О, с батей на одной волне. А эти приключения не помешают тебе работать? Нет, отец. Нет. Честное слово. Как говорится, я подготовил несколько Кристине, документов это... для Лоренцо да. Медичи. Их нужно ему доставить. Хорошо, отец. Отнеси их и возвращайся. Доставить письмо Джованни Лоренцо... Конечно. Я понял, ребят, понял. Мне как удобно, я уже понял. ПКМ и пробел. Все, окей. Просто я спешить не хочу особо. ХП у нас на полную. А что это такое? В первой части такого не было. Что это, ребята? Мастерская? Сумки? Сумки с лекарствами? Если передумаешь, то мы открыты почти всю неделю. Добро. У меня честная лавка и сад. Доспехи, оружие, боеприпасы. Воу. Может, в другой раз. Так, здесь уже больше социалки, это гуд.
Это гуд. Так, давайте уйдем на по крышам пойдем, а то что-то здесь. Хотя мы уже пришли, да, почти. Ходите, добрые люди, взгляните на последнее произведение великого мастера. Меня... Опа, мужики, смотри! Смотри, что умею. Ерунда. Кстати, их надо обыскивать, вот что я придумал. Надо обыскивать. Так и плюс-плюс лавы. И они на изи, в принципе, вырубаются. Гнусный негодяй. Не-не-не-не. Какая же у тебя черная душа? Какая душа? Все вранье. Враки как и наговаривают. А, Эцио, бен тровато. Как поживаешь? Коме семпре. Как всегда. У меня письмо для мессера Лоренцо. Сань, спасибо. Я дам ему письмо, когда он вернется. Вернется? Они уехали на виллу в Корреджи. И вернутся не раньше, чем послезавтра. Я передам отцу. Угу. Так, а ну-ка. О! В моей лавке только самые модные товары. Крышами, как и в той части, я так думаю, нужно просто носиться. Носиться по крышам, и будет все гораздо быстрее, но при ходьбе по крышам нужно очень быстро ориентироваться в пространстве, потому что... Ой-ой! Сейчас я маленько в кнопочках, ребят, разберусь, маленько потуплю здесь. Очень динамично. Опа. Так, ну, считай, что мы пришли. You shall not pass. Айть. Опа. Оп. Оп. Опа. Здравствуйте. Что это? А что это такое? Я один это вижу или... Обобрать shift. О, халявные сундучки на карте. Продолжай работать, Бискеро. Ты напрасно беспокоишься. Франческо Пацци... Типа лутбокса, да-да-да. Я думал, типа подойти просто. Ты помнишь моего друга Уберта? Доброе утро, Гонфолоньер Альберти. И вам, молодой человек. Надеюсь, ты доставил письмо? Да, отец. Но, похоже, Лоренцо нет в городе. Этого я не ожидал. Какая разница? Подождешь пару дней. Послушай, тебя искали мать и сестра. Через некоторое время у меня будет к тебе еще просьба. А сейчас помоги им. Ты уверен? По карте да, а теперь оставь нас. Был рад тебя видеть, отцо. Плюс 100. Новые курьерские поручения. Почему бы и нет? Эй, Клаудия, как дела? Бен. Что случилось? Это Дуччо. А в чем дело? Кажется, он мне изменяет. Кто тебе сказал? Девочки. Я думала, они мои подруги. Тебе не стоит дружить с ними. Вот это я полностью согласен. Нет, ты только думала, что вот. Любишь. Он все поплатится проблемы? За то, что сделал. Жди меня здесь. Я поговорю с ним. Лёд, слушай, дамы здесь такие красивые. На тот год прям красиво прорисованные. Прям вот красиво. Так. Интересно, а я прям вот отсюда могу же? Да, могу. Блин, на кого же он похож, как он лазит? На кого-то, как, знаешь, как приматы какие-то такие, они прям тык-тык-тык. Так. Ага. Бег Наруто. Оп, оп. Опа. Так, кстати. Вышка. Может быть, сразу открыть обзор, как вы думаете? Подождите, а как же туда залезть-то? Ничего себе. Ну ладно.
по пути где-нибудь еще откроем. О! Здрасте. Короче, сундуки могут быть разбросаны где угодно. Добро. Добре, сынко, добре. О! Дучо! Какое оно красивое! Для тебя только самое лучшее. Ле-машина. Амор-мио. Но как же Клаудия? Я думала, ты обручен с ней. Отец сказал, что мне нужна невеста получше. О, Бирбанте! Пойдем, погуляем. Так, у всех вкусы разные. У меня на уме кое-что другое. О, Дучо. Эй, ты, свинья! Эцио, друг мой. Ты оскорбляешь мою сестру, разгуливая с этой шлюхой. А о чем ты? Я видел, как ты подарил ей кольцо. Если бы твоя сестрица не дрожала так за свою честь. Не понял. Ты разбил ей сердце. Ха! А тебе я разобью морду. Давай, родной. Давай, просто все легко. Все хвостуны. Но когда доходит просто до дела... Не ощущая, ха! Просто. Ты пожалеешь о том, что открыл просто рот. Просто как девочку. Я мог бы многому научить твою сестру. Ей повезло, что у нее был я. Комбо. Бастардо. Баста! Баста, не Арендо. До свидания. Держись подальше от моей сестры. Понял, нет. Как там сейчас? Фу, как не стыдно. Ага, стыдно у кого видно. А кто за свою сестру впрёкся, только красавчик. Здорово, орлы! А, это я не вам, петухи. Я его видел. Где? В комнате своей сестры. Баста! Поехали. Где мои деньги, ребятки? Я просто им делаю искусственное дыхание, помогаю. Я прошу прощения, светлый знак мне нужен. Я заметил в диалоге, выскакивал светлый знак, и я не знал, что нажать. Еще раз, можно? Управление. Такой светленький, вот он. Кнопка 0. Что за кнопка 0, интересно? Второй раз сталкиваюсь, по-моему, центральная, что ли? Нет, кнопка... Вот это нужно понять, что за кнопка. Чтоб тебе сдохнуть в муках, да поскорее! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тормози, родной, тормози, не богохульствуй. Я просто спросить. Батюшки, а как же туда залезть-то? Со здания на здание вряд ли он так перепрыгнет. А, это ЛКМ. Все, спасибо. Спасибо. Слушайте, пока не знаю, как туда залезть. Конечно, вопрос. Должно быть, неплохое было вино. Ты бьешь, все, я понял. Эй, Эцу! Посмотрите на мою небольшую галерею. Уверен. Так. Что ты здесь делаешь, Петруччо? Петруччо. Тебе давно пора спать. Мне нужны эти перья. Зачем? Секрет. Если я их достану, ты пойдешь спать? Да, обещаю. Самая крутая вторая часть из Ассасина? Возможно. Ой-ой-ой-ой-ой, на скорость! Ой-ой-ой, затуп! Зачем он это делает? Теперь в моей мастерской работают еще два исключения. Затуп, затуп, затуп. А почему он не слезает здесь? Пошел, 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 мой хороший. Что за затуп? Ну? Поехали. Давай. Опа. Быстрей. Быстрей думай, Алексей. Думай, мой хороший. Затупы нам не нужны. Так, молодец. Разобьешь? Что-то болит, друг. У меня есть все произведения. Тук-тук.
Вот, как и обещал. Спасибо. Братцы, брат! Ты так и не сказал, зачем они тебе? Я скажу. Потом. Тут маленькая дрянь, а. Так, плюс бабло. Ребят, не забывайте подписываться на канал и ставьте обязательно колокольчик. Это очень важно. Будем проходить всего Ассасина 100%. Блин, пипец, 8к онлайна. Жесткие. Спасибо. Спасибо. Надо открывать карту. Хотя, стоп. А вот здесь вот есть восклицательный знак. Он на крыше, что ли? Ну-ка. Здесь, по идее, наверное, должен, да, залезть? На крыше или внутри, во дворе? Не пойму. Нет, не на крыше. Двор? Оп. 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 Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Оп. Бонжорно, Эцио. Бонжорно. Здравствуй, мама. Скузи. Как ты? Сто бене. А ты? Отошел после вчерашнего? Понятия не имею, о чем ты. Ну, конечно. Все равно, мне нужно кое-что сделать. Пойдем со мной? Пойдем, конечно. Пойдем. Это недалеко. С удовольствием. Друг семьи называется квест. Пойдемте. Это все вам. Если бы мне платили каждый раз... Если бы мне платили каждый мне раз... Мне сказали, что ты подрался с Фьери. Никто, нет, мам. Не подрался? Вранье. Пожалуйста, не притворяйся. Он оскорблял нас. Я не мог этого так оставить. Ему приходится нелегко из-за обвинений, Андрей, выдвинутых против его отца. Франческо Пацци негодяй. Но даже я приятного не предполагал, просмотра, ребят, что он способен на убийство. Что его ждет? Полагаю, будет суд. Отец выступит на суде? Ему придется. Ведь доказательства у него. Жаль, что так получилось. Тебе нечего бояться. Все хотят справедливости. Ситуация неприятная, но скоро все закончится. Будем надеяться. Мы пришли. Привет, Леонардо. Госпожа Мария. Это мой сын, Эцио. Molto onorato. L'onore mio. Я схожу за картинами и сейчас же вернусь. Он очень талантлив. Imagine. Самовыражение – это очень важно для понимания жизни. Найди себе занятие. Мне есть чем заняться. Что-нибудь помимо блуда. Мама. Значит, к вам домой? Си, си. Эцио, помоги Леонардо. Да Винчи. Спасибо. Андрей, нет-нет, конечно, все пройдем. Так, подобрать предмет. А почему не могу? Эцио, чем ты занимаешься? Он помогает отцу. А, значит, а еще я банкиром. Люблю Кристину. Ага. А ты художник, верно? Бегает он. Если честно, сложно выбрать что-то одно. Живопись – это прекрасно, но мне спасибо. Кажется, что моим работам не хватает... Смотри, не телеграм-канал будет... Цели, вместе. Понимаешь? Я бы хотел заняться чем-нибудь полезным. Архитектурой или телеграм-канал Hard Insider. Просто запечатлять красоту мира – это недостаточно. Я хочу изменить его. О, Леонардо, я уверена, что тебя ждет великое будущее. Да Иринграцио, Мадонна. Благодарю вас. Знала бы она, кто такой Леонардо будет... Спасибо за помощь, сынок. Можешь заняться другими делами.
Было приятно познакомиться, Эцио. Надеюсь, мы еще встретимся. Пойду засажу Кристине еще раз. Мое почтение. Еще одно задание. Я сейчас слух это сказал или... Эцио, входи, сынок. Эти пакеты нужно доставить моим компаньонам в городе. А еще я прошу тебя сходить в голубятню и забрать сообщение для меня. Ва бене. Я все сделаю. Когда закончишь, возвращайся. Нам нужно еще кое-что обсудить. Сынок, постарайся избегать неприятностей. Не переживай, все в порядке. Избегай неприятностей, это важно. Доставить два письма и заберите письмо для Джованни из голубятни. Затем вернитесь к Джованни. Конечно. Слово «неприятность» для меня чуждо. Неприятности какие-то. Это не про меня. Луиджи, торговец рыбы из Сан-Марко, извещает всех о том, что у него самая свежая рыба... У меня пакет от... Джованни Аудиторе? Да. За тобой следили? Нет. Зачем кому-то следить за мной? Дай мне пакет. Они выезжают ночью. Пусть твой отец поступит так же. Кто выезжает? Что происходит? Стой! Вернись! Объясни мне! Это интересно. Объяснений пока что нет. Интересно. Что некие юноши ради забавы лазают по крышам. Голос слышите? Это не преступление, но учтите, что забава кончится, Адриан, когда спасибо. Кто-нибудь разобьется. Мое почтение, ребят. Всем Прибалтике привет. О. О. Курлык, курлык. Так. Ну и последнее. Если на экране есть надпись «Альтернативная камера», удерживайте камеру, чтобы включить альтернативную камеру. Управление нам в помощь. Давайте посмотрим, как же здесь включаются альтернативные камеры. Е. Окей. Угу. Так, продолжаем. И последнее нам осталось отдать. Где-то рядышком тоже, я так понял. Опа. Собрание откладывается в связи с правовыми затруднениями Конполоньера. Собрание будет проведено после казни. Добрые жители. Здрасте. Мое сердце гнома не может пройти мимо таких вещей. Прошу прощения. Тем временем уже 1400 монеток с вами насобирали. Это круто. Так, давайте вот так вот, наверное, сделаем. Опа. Стоп. Опа. Больно. Ты сынок Джованни? Нет, болван. Случайно этот парень выглядит точно как он. Давай сюда. 7000 лайков. Не волнуйся, спасибо, парень. Ребят. Мы не заразные. По крайней мере, я. 10000 следующая серия. Легчайше. Стрима нет, ребят, все сохраняются. Мало ли, может, кто-то не успел посмотреть. Ну а те, кто смотрит в повторе, не забывайте какой-нибудь комментарий написать. Может, замечание есть или как вы проходили эту игру, напишите. В сундуках лежат деньги. Покупайте карты у торговцев картинами.
чтобы найти сундуки. Ха-ха. А сколько эти карты стоят? Может быть, карты стоят... ну, их не рентабельно брать. Не думаю, чтобы... Хотя, наверное, игра бы так сделала. Так, здесь прятаться. Так же, как в той части. Язык, наверное, какой-нибудь испанский, итальянский, да? Я так думаю, что это, наверное, испанский. Он, должно быть, опаздывает. Она должна быть красавица. Доставь это по назначению. Очень быстро. Я хорошо заплачу. Хорошо, отец. Погнали. Казанова. Доставьте два письма охраняемым арестантам. О! Пошло добро. Поехали. 4 минуты. Я боюсь, что я могу Святая не успеть. Мария. Что он затевает? Святая Мария, я денежки зарабатываю, мать. Очень надеюсь успеть. Так, одного я вижу. Давай, мужик, слезай. Не тупим. Опа. О, грация. Так. Охранники нам пока всякие страшники. Выпил? Ну, это риторический вопрос. Алкоголь — это целый мир. Опа! Если честно, я думал, я не достану до этого выступа. Но попробовать я был должен просто. Красиво. Да, поприятнее здесь по крышам бегать, конечно, в этой части. Уже поменьше таких, знаете, каких-то движений. Таких каких-то не очень красивых. Здесь, конечно, такое все уже. Более такое. Картиночек поприятнее. Мне нельзя! Он убийца! Убийца! Оказалось, плохого качества! А где? А где? А где? Да нас явно. Братца, что где? Случилось? Какой нелепый наряд. Прошу прощения. Держи я его. Нет, мой дорогой. Не держу. Угу. Извещает, что не пойму, где. Самая свежая рыба. Хочу. Он там. Давай, взять его. Это было легко. Проблема. Второй этаж, что ли? А-а-а. Боже, все, я понял. Слышь ты, Warabi! Короче, я понял. Оставивший свою телегу у лавки мясника Вито. Если не хочешь платить штраф, убери ее. Так, а вот этот я, наверное, открою. Вечернее шествие из собора Санта-Кроче. Что я сделал? Простите меня, пожалуйста. Дуриджи, торговец рыбы из Сан-Марко, извещает всех о том, что у него самая свежая рыба и самые низкие... Прошло столько веков, а до сих пор у меня в городе в рупор орут о всяких распродажах. Столетия идут, ничего не меняется. Я не знаю, только у меня это или у вас тоже. Я думаю, что это, наверное, во многих городах. Надо в комментариях будет посмотреть, что вы пишете. А, в принципе, здесь же есть, да, тоже куда прыгнуть. Опа. Опасненько. Так, новое задание. Внимание! Поехали. В течение следующих 2 недель в полях к северо-западу от города будет стоять отряд наемников. Кстати, очень интересно почитать рецензии об этих играх. Именно от людей, которые в этом шарят. Почему именно вторая часть, вы говорите, что самая удачная, самая интересная? Неужели остальные части настолько плохи и неинтересны были для фанатов игры Assassin's Creed? То
Очень интересно, почему именно эта часть? Обязательно, как только пройду Ассасина, обязательно сделаю обзор на эту игру, 100%. Потому что игра прям достойна. Отец? Федерико? Падре. Ох ты! Мисс Эрецио, простите, я ненарочно. Что случилось? Извинись! Где все? Вашего отца и братьев отвели во дворец Синьории. В тюрьму. Да за что? А моя мать и сестра? Эцио. Клаудия. Все в порядке? Да, но мама... Не У понял. Нее шок. Она сопротивлялась, и они... Здесь небезопасно. Можешь отвезти их куда-нибудь? Да, да, к моей сестре. Хорошо, кто там на батю так быканул? И сделай. А я пойду к отцу. Так. Осторожней, мессер Эцио. Стражники искали и вас. А меня-то за что? Подумаешь, по крышам побегал немножко. Доберитесь до камеры Джованни на вершине дворца Синьори. И узнайте, за что его арестовали. Ну, ясно все. Подстава. Все понятно. Когда вы в розыске, стражники подозревают вас и будут реагировать на ваше присутствие или действия. Да, ага. Я там одевался, помню. Порвалось все. Шляпа полная. Ух, ни хрена себе здесь весело. Понимаю. Как же мне туда забраться-то, елки-палки. Ой-ой-ой. Он же здесь не зацепится, да? Ну, туда я долезу, а дальше? А ну-ка. Может быть, он как-то перепрыгнет? От винта, братцы. Хорошо, а если вот через вот это? Не то сделал, мать моя женщина. Не то. Я... К сожалению, не могу понять. Я так понимаю, это где-то наверху, да? Мне говорили наверх залезть. Ну-ка, погодите-ка. Жители Пизы устроили шествие, снова выразив свое недовольство. А ну-ка. Тебя здесь не место. Уходи. Все. Ушел. Эй, тебя здесь не место. Ушел. Хочу! Он там, вперед! Бывает, человек оступился, может быть, разбился. Может, конечно, я... Я, конечно, не знаю, но что-то, по-моему, стряслось с ним. Но весь чат видел, что случайно человек упал. Совершенно случайно. На сбор! Тихо, родной. Спасибо. Ой, стражники совсем бедные. Ого! Спасибо. Христианам ход воспрещен! Он здесь? Помолись последний раз, криминале! Поговори мне. Я отправлю тебя! Так, я так понимаю, мне нужно вон туда. Внимание!
Так, а ну-ка. Ну, здесь он вряд ли залезет. Может быть, здесь? По окнам-то он должен, по идее, пролезть. А ну-ка. Так. А как же дальше-то браться? А, вон выступ, да, по-моему? Ага, ага. Опа. Ай, красиво. Это все. Отец, что случилось? Они избили меня, но это ничего. Что с матерью и сестрой? Они в безопасности. Их увела Анетта? Да. Постой. Ты знал, что это произойдет? Я думал, что все будет несколько иначе. И не так скоро. О чем ты? Объясни мне. Нет времени. Слушай внимательно. Возвращайся домой. У меня в кабинете есть тайник. Постарайся найти его. В тайнике сундук. Со скатками? Забери из сундука все. Кое-что в нем может показаться тебе странным, однако все это важно. Понял меня? Да? Да. Хорошо. Дед, спасибо. Кроме всего прочего, в сундуке ты найдешь письмо и документы. Бумаги нужно отнести миссеру Уберто. Сегодня утром он был у меня. Гонфолоньер, я помню. Но объясни мне, что происходит? В этом замешаны паццы? В голубятне была записка для тебя. В ней... Иди отсюда. Уходи. Окей, 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 окей. Так. Кстати, знаете что? А почему бы сразу здесь не открыть эту? Я думаю, со мной чат согласится тоже. Орлы указывают на наличие точки обзора. Да это понятно. Если уж я здесь, давайте мы, наверное, сразу же откроем, да? Слушайте, она нереально высокая. Обалдеть. Воу. Так, вижу орлика. Вот здесь главное лишнего не сделать. Слушайте, это одна из самых высоких точек, по ходу дела, в городе. Да. Я точно долечу туда? Дух захватывает. Пошли. Прыжок веры работает. Так. Все корабли, заходящие так, давайте в сразу гавань, наверх пойдем. Будут облагаться налогом в зависимости... Наверх это наша вотчина, в которой спокойнее всего, наверное, нам. Наследство. Найдите документы Джованни и доставьте их Уберто Альберти. Отец сказал, что здесь есть дверь. Орлиное зрение. Ага, вот как это работает. Лик, спасибо огромное за платную подписку. Спасибо, ребят, за 25. Теперь я мечтаю о новом костюме. Постараюсь, ребят, найти такой костюм и сделать в нем фотосессию. Постараюсь. Для меня это безумно интересно. Но с вас тогда и подписка на Инстаграм. Card.inst, напоминаю. Нужно отнести это миссеру Уберто. Роджер. Так, а вот это уже поинтереснее. Привет, как дела? Нажмите, чтобы выбрать меч. Привет, все в порядке. Я прошу прощения, а как? Alt, X, C, V. Угу. Ожидаемо. Удобно.
предатель! Эй, уберите мечи! Вы же хотите арестовать меня, да? Нет! Так вот чего ты хочешь? Еще один жалкий удар. Ты умер! Ну, этому не бывать. Может, обсудим другие варианты? Других вариантов нет! Каналья! Трика чертей! Так, друзья, я прошу прощения, но мне, по-моему, пора удалиться отсюда. До свидания. Что-то вот здесь вот, к сожалению, нет места, где я бы мог прыгнуть удачно. Спасибо, ребят. Наравне со второй частью многие фанаты в целом считают историю Эдса лучшей в серии. Он герой не только второй части, но и Brotherhood и Revelations. То есть сюжет, да? Сюжет, братцы. Ну, пока мне сказать нечего, пока я только перешел ко второй части, так что... Наверное, после прохождения всех частей я смогу как-то уже что-то сказать. Если, конечно, вам будет это интересно. Бам. И почему-то кританула игра. Окей. Перезаходим. Крит эррор. Ничего страшного. Может быть, я слишком крут в этой игре, конечно, я не знаю. Интересно, с какого места начнется она. Ничего страшного. Ловкачи бегают быстрее остальных. Ну, конечно же. Ожидаемо. Предатель! Эй, уберите мечи! Вы же хотите арестовать меня, да? Нет! Так туда чего ты хочешь? За ним, парни! Чтобы ты умер! Ну, этому не бывать. Может, обсудим другие варианты? Других вариантов нет! Ну, удачно вы, парни, подошли сюда. Тебе язык. А их обыскивать, кстати, нельзя. Давайте попробуем, может быть, низом пройти. Ширар, спасибо огромное. Мои товары даже лучше, чем миланские. У меня самые мощные. Банан! Умри побыстрее, прошу, не убивайте! Через четверть часа твоей жене что-нибудь передать? Я твою жене уже передавал сегодня, друг мой. Мне нельзя, я не хочу умирать. Их прям надо кайтить до талого и все. Мне кажется, что здесь как-то... Мадре Санта, что вы смотрите? Уходите! Ушел, успокойся. Это во дворе, по ходу дела, судя по карте. Да. Да. Это заслуженное наказание за бесчестную... Ну? Алло? Shift! Что-то он... Не хочет здесь через shift. Ну. Багуется сцена или да?
Прыжок не работает. А как же быть дальше? Как же быть дальше? Не работает. Только стрелки. Было у вас, ребят, такое здесь? Может, управление сбилось? Давайте глянем, может быть. Ничего страшного, игрушка старая. Да нет. Или да? А, вот, все, управление реально сбилось, прикинь, просто так. Да. Спасибо. Видно, забаговалась немножко игрушка. Ну ничего, старенько. Это аудитория? Что ты делаешь здесь в такой час? Это я не... Погоди, сынок, отдышись, отдохни. Мой отец и братья в тюрьме. Мне поручили передать вам это. Теперь все ясно. Это недоразумение, Эдсо. Я все улажу. Как? В этих документах содержится доказательство заговора против твоих родных и города. Утром я представлю их на заседании суда, и твоих родных освободят. Спасибо, сеньор. Конечно, сынок. Тебе есть где переночевать? Можешь остаться здесь. Но, грация, я буду ждать вас на площади. Не волнуйся, Эдсо. Все будет хорошо. Мне кажется, я последний раз этого мужика вижу. Что-то у меня какое-то странное. Странное у меня, знаете, такое. Странное предчувствие, что долго он не проживет. Я могу, наверное, ошибаться. Господи, он что, умом тронулся? Я уверен, у меня есть то, что вам нужно. Может... Не, по крышам ходить все-таки побезопаснее, потому что меньше времени тратим на ненужные бои. Непонятно с кем, непонятно зачем. И по крыше мы всегда знаем, что мы дойдем из точки А в точку Б. Ну и плюс лишняя практика. Пока задание элементарное, я думаю, пригодится. Крыши, кстати, уже начинаешь их более-менее запоминать. То есть где проходы, все равно бегаешь плюс-минус по одному и тому же месту. И так их уже, ну, зрительно, внимание! Помаленьку, потихоньку. В течение следующих двух недель в полях к северо-западу от города будет стоять отряд наемника. Придите на суд над Петруччо, Джованни и Федерико. Луиджи, торговец рыбой из Сан-Марко, извещает всех о том, что у него самая свежая рыба и самые низкие цены в городе. Джованни Аудиторе, вы и ваши сообщники обвиняетесь в измене. Чем вы можете доказать свою невиновность? Документами, которые были доставлены вчера тебе. Я ничего не знаю об этих документах. Он лжет. Надо подобраться ближе. Вот мрожа. В отсутствие каких-либо убедительных доказательств обратного, я вынужден признать вас виновным. Вы и ваши сообщники приговариваетесь к смерти. Это ты, изменник, Уберто. Я один из них. Сегодня ты убиваешь нас, но когда-нибудь мы убьем тебя. Клянусь, мы... Отец! Эй! Хватайте мальчишку! Он один из них! Ты поплатишься за это! Стража! Взять его! Он все жирный. Ого! Ёб твою мать, ты кто? Об этого. Нихера себе сразу. Иди отсюда, парень. Поскорее. Вперед, вперед.
твое последнее слово? Мать твою! Это что за... Слушайте! Слушайте! Я Я вас всех запомнил. А куда бежать не сказано, да? Просто типа беги. А, недоступная зона, типа. Что-то я не думал, что здесь ограничено. Окей, ладно. Окей. То есть здесь все-таки зоны, да, какие-то? Ах, не стыдно, а мы в вас верили. Не стыдно, стыдно, у кого видно. Я, конечно, там такая бандура, но не видно, нормально. Так. А типа надо убежать, что ли, отсюда из зоны? Да уж. Найс, начало. Последовательность 1 завершена. Вы в розыске, стражники. Ну, это понятно. Ого. А, это я сейчас проснусь. Блин, обидно. Я так понимаю, город будет расширяться. 1400... У меня к тебе небольшая просьба. В Италии времен Возрождения я нашел несколько мест, отмеченных странными знаками. Я не знаю, что все это значит, и хочу, чтобы ты это выяснил. Ребекка отметила их координаты в базе данных. На карте они отображены значками в виде глаз и сиянием. Найди их. Угу. Хорошо. Мессер Эцио, слава богу, я ищу вас по всему городу. Мне не удалось помешать им. Я пытался, клянусь, но их было слишком много. Пойдемте со мной. Вам нельзя здесь оставаться. А что с моей матерью и сестрой? Я отведу вас к ним. Нет. Толстого, короче, будем куканить всем каналом. Это слишком опасно. Скажи, где они, я приду туда сам. В доме моей сестры, к северу от собора. Я иду туда. Блин, реально жизнь трещину дала. Это торговец? Что-то он не похож. Да, поговори мне, Юд. Блин, ну как так-то, а? Не, ну а что бы я там сделал, реально? Хрена бы я там не сделал. Меч, тем более, у меня выбили. Ну что я буду этих консервные банки голыми... Что это было? Консервные банки буду... Исцеляю всех божьих тварей. Голыми руками, что ли, ковырять? Тоже несерьезно. Любопытно. А почему? Не, ну я думаю, это по квесту, типа, так и должно было быть. У меня еще плюс оружия нет, да, сейчас никакого вообще. Да, у меня шпагу мою Д'Артаньяна выбили. Внимание! В связи с небольшой вспышкой чумы кардинал не сможет служить мессу на будущей неделе. Молись. Блин, жаль, конечно, очень жаль. Здесь опасно вниз слезать. Давай попробуем. Спасибо, брат, увидел. Спасибо, откроем прямо на стриме. Покажем. Спасибо. Дио Д'Ачелло, он кого-нибудь убьет.
Можно же туда залезть, алё. Этот идиот что-нибудь сломает. Сам. Ну. Это какой-то благородный вор. Маки. Для чего этот Данса дель Дьявола? А сразу карту откроем, блин, минус два этих сразу. Одна ошибка здесь, конечно, дорогого стоит. Ну, как и в жизни, наверное, да, паркур? Ошибок нет. На ошибки не имеешь права просто. Открываем потихонечку город. Я думаю, что нам это пригодится. Ну, я так думаю. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Так, нам здесь, в принципе, можно потихонечку, наверное, вот так слезть. Стражников вроде бы нет. Да, одна ошибка, и ты ошибся, да. Боюсь, это не тот дом. Это нет. Прекрасный дом. Нет, это он. Так. Здравствуйте, дамы. Рада познакомиться с тобой, месье Рецо. Анетта хорошего мнения о тебе. Да. Понимаю, почему. Спасибо на добром слове, Дона... Остаёмся. Типрего, зови меня Паула. Спасибо за то, что приютили мою семью, Паула. Не стоит благодарности. Ты, должно быть, устал. Может, приляжешь? Нет, грация, я не могу остаться. Почему? Куда ты собрался? Ой, дурак. Убить Уберто Альберти. Ну да, кстати. Я понимаю, ты жаждешь отомстить, но Гонфолоньер опасный противник. А ты не убийца, Эцо. Не нужно нравоучений. Но я сделаю из тебя убийцу. И вы хотите научить меня убивать? Не убивать. Я научу тебя, как остаться в живых. Пойдем. Кто считает, что дом прекрасен, не забывайте поставить лайк. Я думаю, что 10 тысяч лосей вы уже завезли. Потому что, ну, определенно, поучитесь у куртизанок. Звучит немного двусмысленно, но я стример. Поехали. В моем ремесле главная осторожность. Мы должны свободно ходить по улицам на виду, но невидимые. Ты тоже должен уметь научиться смешиваться с толпой. Девочки научат тебя. Знаю я, чему они научат. Войдите в группу людей, чтобы... Упражняйся со мной сколько хочешь. А игра-то действительно великолепна. Что, нравится? Спасибо, Андрюх. Опа. А, на скамеечке тоже сразу. Мое почтение. Ну и как мне слиться-то, алло? Наемник, наверное. Ты понял? Опа. Наемник. Не-не-не-не-не. Еще под. Я понял. Короче, тебе на время как бы дается как невидимость, ты понял? Это торговец? Опа. Наемник? Я его знаю. Он как будто взял и исчез. Наемник? Нет, похоже, нет, вам показалось, господа. Еще один кретин с юга. Очень опасно. Поехали. Похоже, он хорошо вооружен. Нет, 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 нет. Просто показалось на мгновение всего. Оп.
Опа. Гениально. Это очень круто сделали. Спасибо, ребят. Спасибо вам большое. Такой, знаешь, иконка сразу персонажа серый становится. И он типа такой, знаешь, в толпе идет. Как теряется в толпе. Спенс, спасибо огромное. Спасибо. Как этот, свой среди чужих. Да, мы. Бене, теперь, когда ты умеешь сливаться с толпой, я покажу тебе, как этим пользоваться. Научу тебя воровать. Ха! Мать, я тебя сам научу. Так, спокойно. Нажмите и наткнитесь на человека, чтобы обокрасть его. Девушки, я прошу прощения. Да, да, молодец. Не то нажал. Это толкнуть, что ли? Или... Не пойму. Вор! Вор! Эцо, если ты что-то украл, не стой столбом. Помогите! Держите вора! Помогите! Гениальная игра. Гениально. Туда, быстрее! Стронзи! Фэк. Форца, браво! Меня подставили. Макс, спасибо. Конец. Макс. Здесь вор. Проклятие, где? А чё меня не поз... Осуждаю. Спен, спасибо. Можете идти, девочки. Это обязательно? Он такой невинный. Такой милый. Там мать, знаешь, какая теперь, бандура. Теперь, когда ты научился подходить к врагу, 13. Нужно подобрать тебе оружие. Что вы мне посоветуете? О, ведь у тебя уже есть ответ. Эй, меч и наручи моего отца. Откуда они у вас? Я использовала то, чему научила тебя. Они не в очень хорошем состоянии. Полагает, ты знаком с Леонардо да Винчи? Си. Но при чем здесь этот художник? Отнеси ему эти вещи и увидишь. Прежде чем уйти, могу я задать один вопрос? Конечно. Почему вы помогаете мне, чужаку? Я знаю, что такое предательство. Господин Конст, 50 евро. Мое уважение. Спасибо за такой подогрев. Спасибо, друзья, Макс, Конст, всем, кто, ребят, подписывается, донатит. Мое почтение, приятного просмотра. Отправляйтесь в мастерскую Леонардо и узнайте, не может ли он починить клинок. Леонардо-то не так уж и прост. Судя по всему, мы что-то не знаем про Леонардо. А что такое нанять группу? Как понять? Отдача приказов? Окей. А как мне Леонардо найти? Нажмите, чтобы навестись на врага. Пусть лучше он ведет себя тихо. Хочешь повеселиться? Чао, рогатсо.
Не живешь, Майк? Клиентов совсем мало. Понимаю. А где у нас... я, конечно, прошу прощения, а как мне найти да Винчи нашего? Вот это, что ли? Это страница кодекса. Мы к ней обязательно дойдем. А как же мне господина да Винчи найти? Портной. Вот это, наверное, да, художник? Да, вот он. Торговец картинами. Он один. А, или два их. Не пойму, ребят. С другой стороны, я могу сделать вот так просто. И не надо тратить денег на куртизанок. Как бы... Я не могу. Короче, одна из кисточек — это да Винчи. Надо просто понять, где он находится. Ну, смотрите, обозначений других на карте я не вижу абсолютно. Может быть, конечно, его как-то найти нужно. Мальчик, спасибо. Выйди в главное меню. А, баг? А, вышки пооткрывать. А, все, окей, окей, это не проблема. А, господа. Тогда на вышке. Окей. Давайте. Я думаю, что... Блин, ну вот на этот собор, я вам честно говорю, я понятия не имею, как пройти. Он просто какой-то имбовый. Я могу, конечно, попробовать. А, стоп. Доброго дня. А ну-ка. Ага. А как же на тебя залезть? А, вот оно, пошло добро. Так. Угу. А, стоп. Это вообще не на соборе, это на башне. В базе данных анимуса содержится информация о людях. Я так понимаю... А за что же ты здесь зацепишься, другали? Ага. А дальше? А дальше окна. А дальше? Может быть, здесь? Нет. Пока непонятно. Не вижу ни одного выступа. Опа! А, нет. Тут он тоже не лезет. Не хочет, ребятки. По кругу уже прошел всю башню, но ничего нет. Может быть, еще какого-то перка у меня нет или еще чего-либо. Но не лезет. Хорошо, стоп. Давайте мы сделаем следующим образом. Выходим в главное меню. Мне ребята говорят, забаговалось. А, и типа перезайти, да? Хорошо. Давайте я вас послушаю. А, да, вы правы. И вот появилась цель. Да, это баг. Все, увидел. Господа, появилась, да, зелененькая у меня на карте. Привет из Германии. Guten Tag. По-моему, так правильно. Здравствуйте, ребят. Здравствуйте. Убирайся! Ну ладно, что ты... Слезай! Немедленно! Тебе здесь не место! Да слезаю, уходи. Слезаю. Шо, чё урчишь?
Стоп, а мне сюда нельзя. Должно быть, я вам. Сальва! Торговец? Что-то он не похож. Он о, не почему я с толпой не смешиваюсь? А, вот. Вниманию всех иноземных торговцев! Мудрые правители республики... Что он скрывает? Как ты думаешь, откуда он? Сняпарь? Халявная вышка? Так вот, по пути, в принципе, целенаправленно я не буду прям бегать за вышками, но по пути можно открывать, почему бы и нет. Открываем карту. Зона все больше и больше становится. Красиво. Так. И мы, кстати, уже почти пришли. Денис, спасибо огромное. К сожалению, не знаю такую группу, ребят. Прошу прощения, ребят, но правда не знаю такого. Спасибо. Ребят, если не сложно, поставьте лайк, ребят, на стрим. Не думал, что снова увижу тебя. О, я совсем забыл о манерах. Добро пожаловать. Итак, чем я могу помочь? Я думал, не починишь ли ты мне кое-что? Конечно. Пойдем сюда. Ох, какой бардак. Я целый день искал. Так, сейчас я расчищу место. Хорошо, давай посмотрим. Поразительно. Не знаю, Эцио. Вещь старая, но довольно хитрой конструкции. Никогда не видел ничего подобного. Боюсь, что без чертежей я ничего не смогу сделать. Миди спьяче. Стой. Что ты делаешь? Этот текст зашифрован. Если моя теория верна, то, судя по этим рисункам, может быть, что... Может быть, что? Присядь. А, Леонардо. Если мы подставим буквы, а затем выберем каждую третью... Ну, как говорится, гениальные люди. Вот. Готово? Что, готово? Клинок. Мне удалось расшифровать твой пергамент. В нем написано, что нужно делать. Теперь нужно отрубить тебе безымянный палец. Верамента? Извини, но это обязательно. Чё, бля? Владелец клинка должен доказать свою верность оружию. Бене. Господи, спаси. Только побыстрее. Я пошутил. Когда-то этот клинок требовал жертв, но его переделали. Можешь оставить свой палец себе. Чертовка. Спасибо за платные подписки. Охренеть. Нажмите что-то, чтобы выбрать клинок. Может быть F, может быть VC. Нет. Q. Нет. Да. Выбрал. И. 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 Шутник, блядь. Невероятно. А. Это точно. Скажи, нет ли у тебя других страниц? Извини, только это. Слушай, если тебе вдруг попадется еще одна, пожалуйста, принеси ее мне. Конечно. Спасибо за то, что починил. Это стража Флоренции! Откройте дверь! Ой. Минутку. Жди здесь. Ой. Вы Леонардо да Винчи? Нет, не я. Си, чем могу служить? У меня к вам есть вопросы. Разумеется.
Да за что? А в чем дело? Свидетель утверждает, что вы общаетесь с врагом города. Че? Что? Я? С врагом города? Чушь. Когда в последний раз ты видел Эцио Аудиторе? Кого? Нон фаре ин финто тонто. Мы знаем, что ты был другом этой семьи. Может, это поможет тебе вспомнить? Не понял. Готов говорить? А сейчас... Слышь, другаль. Туда, быстро! А что случилось у тебя? Все хорошо? А в чем дело? Свидетель утверждает, что вы общаетесь с врагом города. Что? Я? С врагом города? Чушь. Когда в последний раз ты видел Эцио Аудиторе? Кого? Нон фаре ин финто тонто. Мы знаем, что ты был другом этой убежать, семьи. Убежать, просто нужно? Может, это поможет тебе вспомнить? Готов говорить? А сейчас... Что сделать нужно? Просто на него стоит точка и все. Я же вроде до этого так же сделал. Грация, Эцио. Извини, что так вышло. А, ничего, и грубость меня не удивляет. А тело? Втащи его внутрь, к остальным. К остальным? Их дает мне город для опыта. Найс. Вот это уровень. Врача, врача, позовите врача. Человеку плохо. К остальным говорит, положи. Видишь? Никаких следов. Спасибо, Леонардо. За все. Пожалуйста, мужик, запомни. Если найдешь похожие страницы, принеси их мне. Если в них будут чертежи, я смогу улучшить твое оружие. Конечно. А теперь мне пора возвращаться к Пауле. Порджеле Эмеа Маджи. Передай привет. Надо за страничкой сгонять. 100%. Спасибо огромное, ребят, за глобал подписку на чердаке у сказочного патруля. Нифига себе, Ник. Мощно. Спасибо. Спасибо, ребятки. Знаете что, а схожу-ка я за еще одной страницей сразу, чтобы ее не пропустить. Где-то вот здесь вот. Ага. Я думаю, со мной весь чат согласится. Это плюс улучшение. Какое-никакое, но... Я думаю, лишним оно не будет. Поехали. Может быть, какое-то более крутое оружие или... Короче, улучшение — это всегда хорошо. Ой-ой. Ой-ой-ой, игра, алло. Чё это? Что это такое было? Гильдия Арте дель Камбио предупреждает. Мне вот интересно, да, как здесь улучшения сделаны. И что вообще оно улучшит страниц конкретно? Оружие, доспехи или просто рандом? Сейчас увидим. А страница все ближе и ближе, кстати. А где-то. И где? И где? Я, конечно, прошу прощения, но... Как она выглядит? Вниз спуститься нужно. Не пойму. Эх.
Я думаю, что... Ой, бля, там этих стоит немерено. Ну ладно. Там стража, ну ничего. Пусть лучше он ведет себя тихо. Вы что, язычник? О, смотреть вперед! Слово Божье на дорогу! Мне их рубить может надо. Быть, стоит доложить инквизиции? Ах ты, господи, распрогосподи! Я уже бачу! Вот там, бей вас! Как же мне... Куда это ты собрался? Как же мне... Алло! Всего. А как же мне... Я ж забыл, что у меня меча нет, ребята. Меча-то нет, а как мне быть? Насколько тебя хватит, Чак? Он уходит! Николо! Он вон там! Бам. Что-что? Страйк, ёпта! Давай-давай, слезай. Вон он, ложу! Ой, как красиво он окучивает этим. Марла Мадонна, я не хочу ничего знать! Плохо дело. Кругом сплошь мертвецы. Пойду-ка я. Нормально, все в порядке. Тебе нужна медицинская помощь? Вот и все. Если что, возвращайся. Вернусь. Спасибо. Опять. Неудивительно, когда кругом столько приедет. А вот и страничка. Боже, неужели тут... Теперь я так понимаю, нужно обратно вернуться к нашему. Он же здесь, да, вроде был у нас, правильно? Я ничего не путаю. Никто не приберет. Вроде бы не путаю. Вроде бы. Вроде бы правильно. Боже, можно, но только за пределами города. На нарушение... Ну, он сказал, что именно туда нужно, да? А, страницу нести. Принеси мне страницу. Вроде бы, он так сказал. В оружейном магазине купи... спасибо, ребят, мне не нужны спойлеры. Это, ну, глупо просто, кто это делает. Карась, я там вас... Отдать. Либо же больше страниц. Ну, короче, мы ее взяли. Ладно, давайте пойдем по основному квесту. Страничку взяли, да, давайте. Она никуда в любом случае уже у нас не пропадет, правильно? Кстати, тем временем сейчас... О. Как же на этот собор забраться? Со всех четырех сторон одинаковые стены. Хм. Я где-то что-то упустил. Абсолютно везде одинаковые стены и выступы. Но как-то туда можно залезть. Ладно. Чуть позже, я думаю, посмотрим. Бареф, конечно, знаю. У меня много ребят аудитории. Но я на разных языках стараюсь привет знать, не только на армянском. Так, надо спускаться, да? Спасибо, ребят. Кстати, напишите в комментариях, если, ну, кто не русский, да, кто не только по-русски, так скажем, умеет общаться, как на вашем языке будет привет? Ну, привет, здравствуйте. Интересно. Только напишите обязательно, какой это язык. Хорошего вечера.
Потому что люди, русскоговорящие аудитории, смотрят с разных совершенно стран. Так что как-то так. Если на экране появился значок глаз, это значит, что на здании есть символ. Символ. А что такое символ? На здании есть символ. Символ. Мне где-то его найти нужно или... Знать бы, как он выглядит. Чао! Так, ладно. Понял, принял. Иду. За символом уже выехали. Так. Угу. И что мне сделать? Это один из символов. Что он означает? Он здесь не просто так, это точно. Можешь рассмотреть его? Боже мой, это невозможно. Это же компьютерный код. Секунду, сейчас я скомпилирую его. Это зашифрованный файл. Загрузи его в мой компьютер. У меня талант к дешифровке. Я не могу открыть его, он совместим только с самим Анимусом. Тогда отправь его Десмонду. Просто не верится. Так. Привет. Я... Наверное, ты знаешь меня под именем Объект 16. Слушай, у меня мало времени. Я должен тебе кое-что показать. Нам всем лгут. Все, что мы знаем, все, что нас научили, все это ложь. Хорошо. Я загрузил в компьютер файл с доказательствами, но я разделил его на 20 частей и снабдил каждую пароль. Осторожность не повредит, да? Королева Изабелла? Нет, не она. Какой-то поехавший, нет? Какой цвет, а? Неважно. Пароль к первому файлу спрятан на этой странице. Какой тип, потерявшийся вообще во времени. Найди его. Найди их все. И тогда ты узнаешь правду. Окей. Что за хрень? Как это оказалось в нашем анимусе? Блок памяти. Я перенесла блок памяти 16-го из Абстерга в Анимус 2.0. Наверное, он взломал его, когда Видик оставил его одного между сеансами. Минутку. Знаки на стенах в Абстерге написаны кровью. Это подсказки. Он говорит нам, чтобы мы искали их в Анимусе. Пять из этих мифов выросли на одной и той же почве. Сорви покров тайны, и тебе откроется истина. Пять из этих мифов выросли на одной и той же почве. Знать бы эти мифы. Здесь вообще как викинги нарисованы. Это, наверное, нет. Это, наверное, нет. Thank you.
Здесь сложно будет. Здесь очень сложно. Давайте подумаем. 5 из этих мифов. Если на одной и той же почве. Мифы. 5 разных мифов. Стоп. На одной и той же почве. Яблоко. Почему здесь везде есть яблоко? Я отвечаю, я не смотрел спойлеры к этой игре. Но там слишком, это слишком простой ребус. Тут слишком видно было. Какой-то участок, что ли? Что-то какой-то кусок памяти. Раз, куда-то два типа прыгают. Или парень с девушкой. Пока непонятно. Хорошо. Истина. Тебе откроется истина. Какая истина? Окей. Интересно. Она сказала, что это типа предыдущий тип. Мы его типа стерли, но он взломал базу. Значит, ну тут либо это предыдущий, либо какой-то из типов, который был. Посмотрим, ладно. Долго же тебя не было. Леонардо любит поболтать. Надеюсь, вы не только болтали. А, да-да. Я дала тебе знания, а Леонардо клинок. Осталось только сделать дело. Где мне найти Уберто? Мои девочки говорят, что вечером он будет на показе новой картины «Вероккьо». Это в церкви Санта-Кроче. Присмотрите за моей матерью и сестрой. Конечно, Эцио. Я позабочусь о них. Ну, давай. Ну, это была реально простая загадка. Я думаю, что если они такие будут, то это будет очень просто. Но если они будут усложняться, ну, тем интереснее. Чтоб по 2 минуты не отгадывать загадки, я вообще любитель всяких головоломок. Если что, спрошу у вас совета. Но пока это было просто. Пока что. Дальше посмотрим. Постараюсь не пропускать такие символы. Мне безумно интересно, что это за истина. Там какой-то мы увидели пока что. Эй, маленький кусочек. Убежу! Какой-то маленький кусочек увидели. И давай с моей крыши. Текай-ка отсюда, хлопец. Не пойму, во дворе? Ты снова об этом? Ты перешел все границы, Уберто. Тебе ли говорить о границах, Лоренцо? Не ты ли присвоил титул принца флорентийского? Это неправда. Как все, да? Конечно. Повернуто. Ты всегда чист. Как удобно. Что ж, теперь мы знаем, сколь велико твое влияние. Точнее сказать, ничтожно. Это был важный урок для меня и моих союзников. Да, твои союзники, паццы. В них все и дело, да? Остерегись, Лоренцо. Такие речи – путь к ненужному вниманию. Блин, рыцари эти лютые, конечно. Так-с. Мать их, везде они, везде эти типы стоят.
очень опасно. Здесь охранников просто... Спасибо, смотри с телегу, как обычно. Блин, они по кругу ходят. Что делать? Что делать? Должно быть француз. Нужно как-то направо пройти. Хорош. Забавный капюшон. Согласен. Подходите, друзья. Сегодня у меня свежие пиявки. Сучьи рыцари. Как же мне вовнутрь попасть? Думай. 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 Барышня, здравствуйте. Сеньоры, мы лучшие девушки в городе. О, ты такой большой сильный. Хочешь развлечься? Добрый вечер, Гонфолоньер. И вам того же. Полагаю, вы веселитесь от души. Да, стараемся отвлечься от этой неприглядной истории с семьей Аудиторе. Подумать только, ведь Джованни был мне как брат. Не вините себя. Кто мог знать, что он задумал такое злодейство? Надо вычеркнуть имя предателя из городских хроник. Он не достоин того, чтобы о нем знали потомки. Хм. Да, об... Ты! Месть — это акт отмщения, выполняемых любым путем. Здравствуй, мой брат. Ты бы поступил точно так же. От судьбы не уйдешь. Дабы спасти тех, кто дорог. Да, верно. Так и вышло. Аудиторы не погибли! Еще остался я! Я! Эцио! Эцио Аудиторе! Вопросы! Там быстро извинились! Паста! Паста! Ассасин! Давай, давай, поговорите мне тут, ёпта. Да, давай. Бейте его. Мозгов не хватит. Режешь ты. Резвать. Перья какие-то можно еще пособирать. А, стоп. Чуть я растерялся-то. А, ну-ка. Пока эти там тупят. Легчайше. Плюс собор Парижской Богоматери. Какой-какой, говорит, матери? Спирит, спасибо, Олега. Спасибо, ребята. Спасибо вам за платные подписки и добро пожаловать в чат. Welcome. Оп. Изи. Так, это мы целый угол с вами открыли города. Великолепно. Город, конечно, огромный. Пошло. Добро. Опа. Так. Да-да-да-да-да. Ладно, я... Мне теперь безумно интересны вот эти вот загадки. Я отвечаю вам. Я прям... Я буду теперь почаще использовать зрение. И нужно посматривать на этот. Мне очень это интересно. Может быть, где-то она прорисуется, эта точка. Я, знаешь, может быть... Очень-очень интересно вот это вот истина. Типа, найдите истину. Что ж там за истина? Вот это вопрос. Как всегда, это самое интересное будет, я уверен. Так. Беги! Обидно. Хоть один день прожить спокойно. Обидненько, кста.
чем дело? Ах, да. О, ты еще дышишь. Так, тебе не уйти! Блин, то, что у меня нет сабли, это прям косяк, реально. Я не хочу умирать! Вперед, кретины, Джейба! Попробую сейчас замонситься. Да убьет его! Да, здесь стражники, конечно, посерьезнее, я вам так скажу. Нужно шпагу. Ничего, ничто не истина, все дозволено. Ага, ты меня еще найди. Возможно, он здесь. Папа! Как? Не расскажешь? Нет? Ванга. Куда? Черт. Вперед! Я рот ваш шевелил. Твою мать, вы все здесь ляжете у меня, ребятки. Меча нет, но ляжете вы здесь точно все. Все. Все, угомонились? Ой-ой-ой. Ищем, я его знаю. Еще один чужак. Этот раз ты не убежишь. Твою, а? Где он там? Бей его. Что за эпик? Скоро твои кишки украсят плоть. Да алло. Мео Дио, беги, беги, беги. Я вообще не могу. Я ухожу. Это чересчур. Я должен найти. Пошел. Набираем скорость. Первая космическая, вторая космическая. Стражники, конечно... Да я специально пока стражников не лутаю. Я пока что я не вижу здесь смысл в деньгах. То есть, ну, я не понимаю их смысл. Сейчас, если мне на что-то будет не хватать, я начну, ну, более активно лутаться. Думаю, мне лучше покинуть Флоренцию. Куда отправишься? У моего дяди Марио есть вилла у Монтериджони. Тебя по-прежнему разыскивают, Эдсо. И что же вы предлагаете делать? По всему кварталу развешаны плакаты. И если их сорвать, то все быстрее забудут про тебя. Кроме того, подстрекают народ глашатые. Подкупи их, и они не станут говорить про тебя. А еще ты можешь заняться теми, кто оговорил тебя. Они поступили с честью ради денег. Никто не пожалеет о таких людях. Разберись хотя бы с одной помехой, и сможешь спокойно уехать. Угу. Угу. Я добавила программу, которая отслеживает уровень твоей известности. Хотя бы? Этот индикатор поможет тебе оценить, действуешь ли ты инкогнито. Хотя бы с одной проблемой. Это подскажет, когда нужно быть осторожнее. Индикатор позволит тебе узнать, является ли этот уровень известности частью воспоминаний Эцио. Угу. Что заставило мужчину вести себя так? А, ну конечно. Здесь замешана женщина. О, ну да. И... А, с левой стороны все, я вижу индикатор. Угу. Откуда? Молодец. Он кажется ужасно знакомым. Что, решили прогуляться? Эй, стой! Что ты задумал? Не-не-не-не-не, мужики. Я буду подкупать глашатые, еще деньги тратить. Вот еще. С плакаты быстро все посрываем. И все.
еще один. Известность минус 25% сразу же. Ищем. Ищем на карте. Ищем, ищем, ищем. Опа. Спокойно, спокойно, родной. Спокойно. Салтибанки здесь? Забавный козырь. Сегодня снова маскарад. Я уже видел этого человека. И вообще, можно как больше полигонов быть. А то 2020 все же с уважением. Спасибо, друг. Чат сделан специально только для платников, чтобы не было меньше спойлеров. Это прохождение игры. С остальным мы типа не общаемся. Нет, мы прекрасно общаемся на любых других стримах. Платные подписки самые минимальные по 25 рублей в месяц. Ну, минимум просто. Еще дешевле нельзя сделать. Было бы можно, я по рублю их сделал. Просто, чтобы чуть меньше спойлеров было. И вообще, можно побольше полигонов в играх, а то полигонов я не понял. Про что ты говоришь сейчас? Одну секунду. Я просто хотел бы, наверное, поблагодарить. Друзья мои, вы сегодня какую-то невероятную статистику сделали. Спасибо вам огромное за подписки. Вас подписалось почти 800 человек на стриме. Спасибо вам за подписки. Все, кто будут смотреть, не забывайте, когда подписываетесь, прожимать колокол, потому что будем проходить всю игру. И не забывайте, это очень важно, то, что... Все серии, то есть, когда вы, если, допустим, только Ассасина смотрите, сможете всегда заранее узнать в телеграм-канале. Так что держу в курсе. Сейчас еще параллельно серию Сэма проходим. Так, прошу прощения, продолжаем. Опа. 10 тысяч лайков, кстати, вы набили. Это значит, что сразу же вы набили уже на следующую серию. Просто я держу вас в курсе. То есть вы автоматически уже набили сразу же. На следующую серию даже ждать не придется. Бабло. Ты наемник? А? Довольно. Мы раньше не встречались. Надо. Черт, кто-то украл мой кошелек. Эй, ну, кто это там? Не знаю, не знаю, друзья. Вижу еще один плакат. Спасибо, Индиго. Ну, я просто сейчас плакат сорву. Найти бы мне только, где еще один плакатик висит. Но я так думаю, я, наверное, знаю, где он. Ну да. Какой странный человек. Есть контакт. Все, про меня все забыли. Мое место в канаве среди... Он здесь! Его... Господи, помилуй меня! Бегите! Косяк в том, что, короче, мне нужно сейчас будет добраться сразу же до... Спасибо. Короче, как только у меня какая-то популярность негативная копится, сразу же берешь и срываешь все это дело. Или подкупаешь глашатых. Но я думаю, что это копейки все стоит. А где? А где? Торнадо, Эцио. Добро пожаловать. Ты добился своего? Да. Мама?
Артём, спасибо. Эцио, где ты был? Серёга, Артём, они и не отпускали нас, а мама... О, она не произнесла ни слова с тех пор, как мы ушли из дома. Но отец все уладит. Где отец? Где Федерико? И Петруччо? Хм? Случилось... Учту, Паш. Несчастье. Ты о чем? Нет. А вы, брат. Это невозможно. Клаудия. Нет, 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 нет. Я сделал все, что мог, Пичино. Послушай, сейчас самое главное — укрыться в безопасном месте. Но если ты не будешь держать себя в руках, ничего не выйдет. Понимаешь? Очень хорошо. Ты позаботишься о матери. Тогда мы готовы. Еще раз спасибо тебе за все. Береги себя, Эцио. Будь осторожен. Верю, тебе предстоит долгий путь. Да уж, по ходу дела. Вы видите Марию и Клаудию из Флоренции и проводите их на виллу Аудиторе в Монтериджоне. Во, выговорил. С первого раза. Ну что ж, так, пойдемте. Сюда. Опасно. Опасненько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, они сейчас меня типа не это, не триггерят, да? Потому что я же о себе репутацию все скипнул. Слушайте, люди, песню мою про героя, что ходит между нами. Спасибо. Не лезь в это дело, деревенщина. Пусть злые тираны припомнят мой глаз, когда мститель за ними придет. Никто от его не укроется глаз, и всяк свою гибель найдет. Лютик, брат, ты ли это? От судьбы не уйти. Сюда, наверное, мне нельзя, да? Или можно? А, нет, у меня есть просто неразведано. Ты идиот? Чё, попеть нельзя? Идиот? Идиот. Говорит, в 3 часа ночи попеть нельзя. По поводу знаков я стараюсь, ребят. Я стараюсь посматривать. Стоп. Но я же не буду каждое, правильно, высматривать? Идем. Я же не буду, брат, каждое здание. Представляешь, ходить каждое здание обсматривать. Если мне что-то будет попадаться на глаза, то не вопрос. Я так понимаю, эти знаки могут быть вообще где угодно. Просто. Сиди здесь. Идем. Просто где угодно. Поэтому мы постараемся как-то, да. Скажет тиран, что за дьявол идет, увидев его пред собою. Поборник же правды удар нанесет предопределенной судьбою. Минуту. Не отставай. Как бросать монеты, интересно. Какая удача! Это! Деньги! Какая удача! Кипона Фортуна! Какая удача! Кипона Фортуна! Какая удача! Деньги! Кипона Фортуна!
Легчайше. Как же такое могло произойти? Не ведаю. Мы вообще вернемся? Эх, знать бы. FelKS3, спасибо огромное за платную подписку. Сюда. А что станет с нашим домом? Я не знаю. Их похоронили как подобает? Сомневаюсь. Да. Достойно. Аривидерчи. Окей, окей. Ну что, Ваган, спасибо. Брокен Рау, спасибо. Два. Сразу сосредоточься и начинаю искать. Тоскана, 1476 год. Вася, спасибо. Не, ну само собой, Вась. Года-то идут. Мы подъезжаем. Грация Дио. Проводите Марию и Клаудию на виллу Аудиторе. Идем. Мы подъезжаем, ты подходишь. Ого. Бонджорно, Эцио. Как ты мог уехать из Флоренции, не попрощавшись? Эцио! Чего ты хочешь, Вьери? Дай-ка посчитать. Большой дворец, двух новых скакунов, красавицу-невесту. Ах, да! Еще убить тебя. Мои соболезнования в связи с... со смертью родных. Кто же теперь о тебе позаботится? Еще раз, бля, ударишь кого-нибудь. У меня такие планы на твою мать и сестру. Шутки про мамаш? Мне надоела эта игра. Прикончите его. И не щадите женщин. Давай, на, ёпта. Что это за колдовство? Не колдовство, малыш. Талант. Ну, покажись. Как угодно. Вот, возьми себе. Это. Убейте их! Убейте всех! Пошло добро. Не дайте ему уйти! Пошло добро! Сука! Ну-ка! Ну-ка, отошли! Благодарю. Оставь меч себе, Эцио. Разве мы знакомы? Ты не узнаешь меня. Это же я, Марио. Дядя Марио? Давно не виделись, племянник. Ох, давно. Я слышал о скандале во Флоренции. Ужасно. Пойдем, стоит увести вас подальше отсюда. Нормально там народу сбрили. 1200. Плюс шпага. Дом. Милый дом. Смотрите виллу Аудиторе вместе с Марио. Рассказывай, о, Марио! Мне все. Отца казнили за предательство. Федерико и Петруччо тоже. Потом они пришли за мной. Ты знаешь почему? Нет, дядя. У меня есть только список имен. Он был у человека, который хотел моей смерти. Не могу поверить, что их нет. Не волнуйся.
Мы во всем разберемся. Мне бы твою уверенность. Не отставай. Давай, мы уже почти пришли. Уверен, тебе понравится в Монтериджоне. Я думал, что Монтериджоне враждуют с Флоренцией. Сейчас да. Через год они будут союзниками, через два снова врагами, и так раз за разом. Я бросил все попытки их понять. Здесь живут честные, работящие люди. В наших лавках только простые товары, зато они добротные и надежные. Церковь здесь тоже есть. Про это вроде бы неплохой человек, но я не часто хожу к мессе. Ты знаешь, что вилла Аудитора была построена почти 200 лет назад? Ее построил мой прадед. Он был странным человеком и многое скрывал. Посматривай по сторонам. Может быть, тебе доведется раскрыть пару его секретов? Из-за всех этих междоусобиц она немного обветшала. Все думаю, что давно пора привести ее в порядок, но на ремонт вечно не хватает ни времени, ни денег. Что ж, такова жизнь, верно? Вот мы и пришли. Каза Дольче Каза. Ну, что скажешь? Должен признать, впечатляет. Думаю, она видала и лучшие дни. Поверь, я бы вернул старушке прежний блеск, будь на то время. Так, осмотр мы закончили. Теперь нужно подобрать тебе снаряжение. Мои люди на рынке ждут тебя. Иди туда и возвращайся, как закончишь. Тогда... Причем он сказал про тайны? Типа... А то, что он скрывал много тайны, такой хлоп. 64 квадрата, получить доступ к файлу. Крутилка. Украшения. Угу. Как переключиться? Угу. Легчайше. А ну-ка. Бегут, что-то увидели. Два типа бегут, прыгают, что-то увидели. Какой-то круг, мемориал. Непонятно. Что-то такое примерно складывается. И приступим. Приступим? К чему? Разве ты приехал не подучиться? Так. Нет, дядя. Я просто сбежал из Флоренции. Он бы хотел, чтобы ты довершил. Но я собираюсь увести семью. Начатое? Постой, отец был банкиром. Он ничего не сказал? Я понятия не имею, о чем ты. Сейчас, одну секунду. Ай, блин, ну ладно. Ну. На елки-палки. Я уж обрадовался. Я думаю, сейчас пока он тарахтит, я быстренько сбегаю наверх. Ладно. Рассказывай мне все. Отца казнили за предательство. Федерико и Петруччо тоже. Ничего, потом заново они делать? Пришли за мной. Ты знаешь почему? Нет, дядя, у меня есть только список имен. Он был у человека, который хотел моей смерти. Не могу поверить, что их нет.
Не волнуйся. Мы во всем разберемся. Мне бы твою уверенность. Не отставай. Давай, мы уже почти пришли. Уверен, тебе понравится в Монтериджоне. Я думаю, разгадку засчитали. Я думал, что Монтериджоне враждуют с Флоренцией. Сейчас да. Через год они будут союзниками, через два снова врагами, и так раз за разом. Я бросил все попытки их понять. Здесь живут честные, работящие люди. В наших лавках только простые товары, зато они добротные и надежные. Церковь здесь тоже есть. Про это вроде бы неплохой человек, но я не часто хожу к мессе. Ты знаешь, что вилла Аудитора была построена почти 200 лет назад? Ее построил мой прадед. Он был странным человеком и многое скрывал. Посматривай по сторонам. Может быть, тебе доведется раскрыть пару его секретов. Из-за всех этих междоусобиц она немного обветшала. Все думаю, что давно пора привести ее в порядок, но на ремонт вечно не хватает ни времени, ни денег. Что ж, такова жизнь, верно? Вроде бы засчитали. Или нет? Нет, по-моему, засчитано, потому что код написан. Вроде бы. Вот мы и пришли. Каза Дольче Каза. По-моему, засчитано. Ну, что скажешь? Должен признать, впечатляет. Думаю, она видала и лучшие дни. Штрих-код, поверь, видите, я бы вернул старушке прежний блеск. Будь на то время. Так, осмотр мы закончили. Теперь нужно подобрать тебе снаряжение. Мои люди на рынке ждут тебя. Иди туда и возвращайся, как закончишь. Тогда и приступим. Приступим? К чему? Разве ты приехал не подучиться? Нет, дядя. Я просто сбежал из Флоренции. Но я собираюсь увезти семью еще дальше. А как же твой отец? Он бы хотел, чтобы ты довершил начатое. Начатое? Отец был банкиром. Постой, он ничего не сказал? Я понятия не имею, о чем ты. Макеми комбини, Джованни. О чем ты только думал, чего Джованни? Чего бы начать? Сходи на рынок за снаряжением, а у меня будет время подумать. Но... Безо всяких но. Поговорим позже. Вот тебе немного денег на расходы. А если захочешь отдохнуть, в твоем распоряжении комната на верхнем этаже виллы. Вилла такая заросшая, заброшенная. 2К монет. Дядя, от души, друг мой. Так, ну-ка давайте-ка над нашим особняком сразу же немного посмотрим вообще, что к чему. Посмотрим. Оглядимся. И поймем вообще, где мы находимся сейчас. Яблоко Эдема — это с первой части. Это я прекрасно помню. И, в принципе, первая загадка была довольно простой. Небольшая крепость. Похоже на это. Прям максимально небольшая. Угу. Так, друзья мои, ну, я вам хочу сказать одно. Во-первых, наша серия подходит к концу. Безумно было интересно познакомиться вообще с серией со второй частью. Очень достойно, очень интересно, и сюжет, конечно же, с головой поглощается. Прошу заметить, что за это время... Спасибо. Решил в первый раз кинуть спасибо. Тебе монетку. Просто лучше. Мое почтение. Туда. Спасибо, Тём. Спасибо за то, что ты есть. Спасибо. За эту серию вы набрали 10 тысяч лайков. А это значит то, что вторая серия не заставит себя долго ждать. То есть будет прям в ближайшее время. Так как у нас с вами уговор. И тем более я вижу, что если вам интересна серия игр, как и мне, здесь мы с вами... Я уверен, совпали по мнениям, то, конечно, это круто, потому что онлайн сегодня просто зашкаливающий, и интерес к этой игре просто безумный, как у меня, так и у вас. Значит, сейчас я предлагаю с вами, наверное, может быть, отправиться отдыхать, может быть, посмотреть фильм. Фильм нам придется смотреть на другой площадке. Может быть, просто... зайти на Twitch, и там давайте решим. Давайте прямо сейчас я переключусь на канал Twitch, Hard Game Channel Twitch. Ну и не забывайте, ребят, напомню всем, кто будет смотреть в повторе, пишите комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ну и, конечно же, подписывайтесь на мой инстаграм hard.inst.
найти несложно, будет очень приятно. Всем, кому понравилась серия, приходите на стримы. Также найдете все подробные, подробнейшие информацию о стримах на моей странице ВКонтакте, либо на в нашем телеграм-канале Hard Insight. Все подробные ссылки есть внизу в описании. Всем добра, удачи. С вами, как всегда, был я, Леха. Встретимся с теми, кто сейчас на стриме. Встретимся на канале Твича. Все, переходим, погнали. Мое почтение.